На спартакиаде школьников на ее финальном этапе выступали только лучшие боксеры своих областей, которые были скомплектованы в сборную команду. Показательно, что в Гомельской области было трое мазырян. На спартакиаде школьников на ее финальном этапе выступали только лучшие боксеры своих областей, которые были скомплектованы в сборную команду. Показательно, что в команде Гомельской области было трое мазырян. Также в качестве арбитра в спартакиаде принимал участие еще один наш земляк Владимир Хвитько, который хорошо известен и как сильный тренер. В этом году спартакиада школьников по боксу проходила в городе Солигорске. В сборной участвовало три представителя города Мозыря. Сулимов Михаил, Шурмилев Александр и Демин Иван. Сулимов Михаил, пройдя все предварительные бои, вышел в финал. В финале незначительно уступил сопернику, стал серебряным призером спартакиады школьников, тем самым выполнив норматив кандидата в мастера спорта. На этой спартакиаде я присутствовал в качестве судьи. Особенность таких соревнований в том, что ребята еще молодые, качество техники и качество бокса, конечно, отличается очень сильно от взрослого спорта, поэтому сложность судействия была в определении победителя, в определении нарушений правил. Но судейская коллегия очень квалифицированная была, поэтому судейство было на высоте. Сейчас у спортсменов-школьников летний отдых, после которого начнется подготовка к осеннему республиканскому турниру, где будет проходить отбор на европейское первенство среди юношей не старше 1995 года рождения. Из числа мазырян три боксера будут стараться попасть на международный ринг. Это Антон Наханьков, Максим Мельник и Артем Мартинес, который вновь возобновил свою спортивную карьеру после годичной паузы.